Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Сегодня мы рассмотрим такой небольшой расклад на отношения. Называется «Домашнее волшебство». И первая карта нам скажет отношения на сегодняшний день. Между вами у нас выпадает карта 11-й аркан, идет взвешивание отношений, осмысление отношений. Каждый человек сидит и думает, насколько нужны ему отношения, насколько они ему важны, вот, и что, например, можно изменить в этих отношениях. Вторая карта скажет, что он чувствует ко мне. Нас всегда этот вопрос интересует. У нас выпадает карта, да? Король кубков. На самом деле он очень хорошо к вам относится, очень тепло, очень комфортно. Но ему единственное, что хочется, в ответ таких же чувств к себе. То есть он так себя любит, что при всем том, что он к вам хорошо относится, он всегда хочет, чтобы так же было и к нему. Третья карта нам скажет, что он обо мне думает. У нас выпадает карта туз мечей. Но он думает о том, что вот вы такая боевая, что вы можете принимать резкие решения, что вы можете где-то наказать и где-то его поругать, да. То есть он о вас такого мнения, что вы очень такая, ну, женщина с характером. Далеко не мышка-нарушка, да? Следующая карта скажет, как он видит ваши отношения в дальнейшем. Он же сидит, взвешивает, да? А выпадает паж мечей. Он хочет каких-то выяснений отношений, таких не резких, а мягких объяснений, да? То есть ему есть что сказать, и он сам с собой это проговаривает и хочет с вами поговорить. Побаивается вас, да? Вы такая туз мечей, что он хочет так мягко что-то сказать, да? Следующая карта скажет, что он собирается предпринимать. И у нас выпадает карта восьмерка мечей. Пока ничего не собирается. Он весь в ограничениях, раздумьях. Он ограничил общение с вами и какое-то движение. То есть он такой вот сидит прям, как будто не видит, не слышит. Ему очень сейчас сложно. Следующая карта нам скажет, что нужно сделать мне. У нас выпадает карта. 18-й аркан. Преодолеть свои страхи и фобии. И все-таки выйти из какого-то тумана и идти своей дорогой. То есть у вас очень много каких-то страхов, комплексов. Вы чего-то очень сильно боитесь. И итоговая карта нам покажет ситуацию. Всего этого, да, у нас выпадает пятерка жезлов. Борьба. Вы такие два борца. В этих отношениях вам не скучно, у вас неиссякаемая энергия. То есть вы все время как боретесь и интеллектами, и какими-то характерами, да. То есть у вас нет такого, что один подчиняется, а другой командует. У вас все время идет борьба. Если вам нужно как бы разобраться в ваших отношениях, заказывайте приватный расклад, и мы рассмотрим ваши отношения.